Приветствую вас. Я Инна Нефедовская. Да, это наша трансляция ВКонтакте первая. И сейчас я одновременно делаю прямой эфир и ВКонтакте, и на Фейсбуке в своем сообществе. И давайте знакомиться, те, кто еще меня не знает. Я Инна Нефедовская, бьюти-коуч по красоте и молодости, и в том числе по безоперационному омоложению. У меня очень большая аудитория клиентов, подписчиков ВКонтакте, на Фейсбуке, для своих клиентов, подписчиков, для тех, кто хочет точно так же быть всегда молодым и красивым, я провожу прямые эфиры. У меня есть для вас новости. Да-да-да, привет всем. Работая с моими клиентками скайп-консультации в течение 15 лет, я видела очень много женщин, которые просто не знают, а как правильно ухаживать за своим лицом, как, например, применять кремы для лица, какие массажи делать, как правильно увлажнять лицо, каким должен быть настоящий омолаживающий уход. Вот, например, девочки, сейчас те, кто уже присоединились, вот скажите, а пользуетесь ли вы сывороткой или лосьоном, и как вы их наносите, напишите, пожалуйста, в комментариях. Например, если вы просто наносите, вы умылись и просто наносите сыворотку, просто наносите крем, это так? Поставьте, например, плюсик или напишите «да, это так». И я скажу вам, что в этом случае вы действуете только вот на уровне здесь, только на уровне сверху, вот, да, Валентина, только на этом уровне, и, соответственно, то, что вы наносите, оно не проникает на глубину, а на глубине у нас стареющие ткани. И проблема в том, что нужно уметь правильно ухаживать за своим лицом, чтобы все питательные вещества на глубину уходили. Но об этом у меня просто очень много клиентов попросило именно по уходу сделать тренинг по уходу за лицом, потому что я очень много внимания уделяю приемам, техникам, как омолаживать лицо, как поддерживать ткани в упругом, молодом состоянии. И сейчас попросили плюс еще уход сделать, какой должен быть правильный уход. И для этого очень скоро уже я подготовила тренинг. И в прямых эфирах мы будем с вами встречаться, я расскажу о том, что будет на тренинге. И я вас приглашаю туда вписаться. Ссылочку, когда эфир сейчас наш закончится, ссылочку я поставлю для регистрации. И вас ждет очень замечательный видеокурс в подарок. Если вы пройдете по этой ссылочке, зарегистрируетесь, вы получите от меня совершенно новый подарок, потому что я его сделала только что, вот, буквально в течение этого месяца. А давайте поговорим о том, что сегодня я хочу, мой месседж к вам, что я хочу до вас донести. Сейчас у меня две камеры, поэтому я могу смотреть и сюда, я могу смотреть сюда, не отвлекайтесь на это, у меня идет трансляция сразу на много источников. Итак, я хочу вам сказать, что есть несколько видов массажей, да, то есть, вернее, много видов массажей. И сегодня я хотела вас спросить, пользуетесь ли вы массажами, используете ли вы его для поддержания тканей в упругом молодом состоянии? Если это да, напишите «да, это так». Вот я смотрю ваши комментарии, да, девочки пишут, что сначала умываюсь, протираю лицо тоником, затем добавляю сыворотки, но это все на уровне, вот, и как я сказала, на уровне эпидермиса, да, то есть вы не проникаете туда далеко, в дерму, в стареющую, вы не проникаете. На тренинге я расскажу совершенно простые домашние средства за копейки, как сделать за 3 минуты, чтобы все ваши питательные крема, сыворотки, лосьоны, как сделать, чтобы это проникло на самую глубину. А ссылочка будет выше. Вы попадете ко мне в рассылочку и узнаете, как попасть на тренинг. Ссылочка выше будет, когда мы закончим трансляцию. Да, я вижу, что вы пользуетесь массажами. Сегодня я хотела вам показать потрясающий массаж. Ну, он для вас будет необычный. Если у вас сейчас прямо есть обручальное кольцо, то приготовьте его. Если нет, то в записи потом попробуйте сделать. Знаете ли вы, что можно делать массаж обыкновенным золотым обручальным кольцом? Вот такие есть
очень доступные, очень простые средства, которые делают наше лицо потрясающе красивым. И сейчас я вам расскажу эту технику, ну, частично, конечно, полностью на все лицо это будет в тренинге, частично расскажу, что перед тем, как делать массаж обручальным кольцом, приготовьте, напишите «да», если есть. Кто кольцо снял, кто приготовил, напишите «да», чтобы я видела, что, с кем я работаю. И, соответственно, да, отлично. Сейчас мы, если крема рядом нет, ничего страшного, просто тренировка. А вечером уже себе сделайте. Но рекомендую это делать с кремом питательным. Наносите крем, встаете перед зеркалом и начинаем. Значит, мысленно разделяем лоб на, ну, наполовину, вот так примерно проводим вертикальную линию. И давайте сначала просто попробуем сделать это движение, массажное движение. То есть вот таким зигзагом проведите, чтобы почувствовать, как нажимать, собственно, как нажимать. То есть по этой вертикальной линии пополам вот так проведите. И почувствуйте, потому что, смотрите, если вы совсем слабо нажимаете, вы не почувствуете воздействие. Если вы нажимаете... Ой, простите, у меня... Как мне убрать звук-то, я даже не знаю. Если сейчас у нас все время будет такая музыка, это будет круто. Значит, смотрите... Попробуйте это движение сделать и найдите ту силу нажима, которая для вас приятно, комфортно, и вы ее ощущаете. Дальше, что мы с вами делаем? Попробовали, да, то есть познакомились, что это за движение, как это. И вот смотрите, плавными движениями сейчас мы с вами начинаем. Начиная от бровей, мы делаем вот такое разглаживание. Раз, раз, раз. Серебро, добрый вечер, серебро, ну попробуйте серебром, просто золотом, это рекомендуется. Конечно, можно и серебром, но этот массаж именно вот золотом. И давайте делать, значит, смотрите, поверхность очень гладкая, да, тут же идет элемент первое, то, что это сам элемент золота взаимодействует с кожей. Второе, то, что гладкая поверхность, мы начинаем как... Ну, как массажным прибором делать вот такие линии. Раз, 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 раз. И идем вверх. Смотрите, что я делаю. Вот, например, раз, бровь я подняла. Да, смотрите, раз. Вот эти морщинки, заломы. Я начинаю как утюжком. Начинаем проглаживать. Хорошо, что если вы перед тем, как будете делать массажик, кольцо подержите под горячей водой, чтобы оно горяченькое было. И вот начинаем вот этим горячим кольцом. Раз, раз, раз. Давайте проведем. Проведем. Делаем, делаем, делаем. Чтобы вы почувствовали, что происходит мне, потому что важно, чтобы вы поделились, что вы почувствовали. И делаем вот такие разглаживающие движения. Раз, 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 два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Теперь по бровям. Вот так делаем. Чуть-чуть подтянули вот так височек. По бровям. Раз, 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 раз. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Дальше другую бровь. Подтянули. Обязательно делаем такой китайский глазик. Раз, два, три, четыре. Катаем кольцо. Раз, два, три, четыре. Смотрите, что делаете. Поставьте плюсики, у кого есть уже глубокие морщины на лбу. У кого есть, например, есть вот в межбровье. Или глубокие морщины. Что делаем в этом случае? Вот межбровье, берем вот так пальчики буковкой В, растянули складочки, да, морщинки. Берем колечко и начинаем вот так делать. Раз, два, три, раз, два, три. Так, сейчас я вот так наклонюсь. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, четыре, пять. Понятно, что я сейчас сделала, да? Кто сейчас делает? Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, четыре, пять. Если... Почувствуйте ощущение. Вот кто сейчас сделал вместе со мной? У меня даже визуально
эта область сейчас разгладилась. Если есть глубокие морщины, да, не забудьте поделиться этой трансляцией. Я вижу, что ставите лайки. Я вас прошу поделиться трансляцией, поставить лайк, чтобы, ну, другие девочки тоже присоединились, потому что это очень ценно. Если у нас, у кого есть морщины, вот я вижу плюсики глубокие на лбу, делаем то же самое, соответственно, по лбу, пальчиком натянули и начинаем вот так. Раз, два, три, 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 раз, два, три. И то есть вы проходите прям по лбу до конца морщинки, вы ее стираете. Вы ее стираете как ластиком. Потому что кольцо очень хорошо разглаживает поверхность. Очень хорошо, если оно горячее. Оно воздействует, ну, фактически как утюжок. То есть вы помятое белье, скажем, да, вы проглаживаете утюжком, оно разглаживается. Точно так же вы кожу проглаживаете горячим кольцом, ну, горячим, в смысле, не переусердствуя, без фанатизма. И то же самый эффект получаете. Вот таким образом, значит, что мы делаем? Сколько раз делать это? Разглаживающее движение по 5 раз в одну сторону, 5 раз в другую сторону. По ощущениям, если комфортно, если приятно, можно до 10 раз. Если глубокие морщины, стираем. И можно еще вот так фиксировать. Натянули височек, фиксируете и начинаете. И смотрите, натянули, если глубокие морщины, и по самой борозде морщины делаете вот такие проглаживания. Берете и прямо эту морщину вот так раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. То есть вот до 10 раз, например, дальше, если другая морщина, снова кожу слегка натянули и делать раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре и так далее. И с этой стороны то же самое, соответственно. Соответственно. Так, поделитесь, пожалуйста, кто сейчас сделал? Есть какой-то эффект? Что вы чувствуете? Что вы чувствуете? А какие у вас ощущения от поглаживания? Я вам показала только одну технику поглаживания. Есть еще техники. Продолжаем, да, то есть как мы продолжаем работать с кольцом, как мы, например, массаж делаем обручальным кольцом на второй подбородок, на щеки, на то, чтобы поднять нависшее веко, как делать вибрацию, как делать прием утюжок, прием ластик на другие зоны. Вот с этим я вас познакомлю на тренинге. И для этого сейчас, когда закончится трансляция, не расходитесь, перейдите по ссылочке, которую я опубликую с этим вместе видео, и вы получите подарок потрясающий, и одновременно все мои письма получите, когда будет тренинг, туда попадете. А сейчас я хочу узнать, кто делал, есть те, кто сделал, покажите, кто делал, что вы почувствовали, есть эффект разглаживания, почувствовали, поставьте плюсики или напишите «да». И я еще, пока вы пишете, так, сейчас у нас уже вот на Фейсбуке аудитория 100 человек. Прошу поделиться этим видео и поставить лайк. Спасибо, спасибо, девочки мои, те, кто в группе меня сейчас смотрит на Фейсбуке и на ВКонтакте, ВКонтакте поменьше. Спасибо, что делитесь и ставите лайки. И да, есть результат. Лоб покрасился в темный цвет. Так, интересно, какая-то реакция с кожей произошла. Вообще здесь есть ионы золота. Ионы золота, они взаимодействуют у нас с кожей. И, кстати, вот одна из моих методик омоложения, которую я вам буду рассказывать, я использую золотые маски. Вот такие золотые маски, они имеют, ну, точно так же ионы золота, которые потом взаимодействуют с кожей 2-3 дня. И я вас буду обучать на тренинге, как делать маску, которая вот
имеет вот такой очень потрясающий эффект. Да, сейчас читаю, приятная процедура. Хорошо, вижу, понравилось. От золота темнеет кожа, да, вот, девочки, смотрите, и у вас темнеет. Смотрите, есть какая-то реакция. Давайте поговорим, почему темнеет, потому что это же здоровье касается. Вот напишите, вы согласны со мной, что омоложение – это не только лицо, что невозможно быть молодой, если внутри какие-то болезни. Вот кто согласен, поставьте лайк, например. И давайте сейчас про это поговорим. Почему от кольца у кого-то сейчас потемнела кожа? Причем я смотрю и ВКонтакте, и на Фейсбуке написали такие комментарии. Это очень важно. Хотите узнать, почему? Да, 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 согласна. Смотрите, на лицо выходят нервные окончания, у нас выходят энергетические каналы, да, разных органов выходят. И вот представьте, что нервные окончания, например, заблокированы, и заблокированы токсинами, там какие-то отложения, и тогда работа нервных окончаний, сосудиков затруднена. И количество энергии, протекающей по организму, резко сокращаются функции всех органов, тканей. То есть, ну, идут какие-то нарушения. Понятно, что от токсинов есть проблемы. И тогда, если, например, очень много токсинов, если стареющая кожа, фиброзная, то есть она скрученные ткани, они спазмированные, они зажимают у нас нервные окончания, они зажимают сосудики и, например, начинают токсины накапливаться. К лицу поступает недостаточно кислорода, крови, белков, то есть минералов, питания, да, кожа становится сухой, шелушащейся, иногда мышцы лица, ну, просто чахнут, вот, ну, как яблочко, вот так сохнут, и кожа тогда начинает провисать. То есть вот это самое печальное, когда мы начинаем видеть, как обвисание происходит. И чем дольше продолжается процесс блокировки от токсинов, например, то тем быстрее лицо и кожа постареет. И нам интересно, а как поддерживать кожу здоровой? Как же тогда старые клеточки замещать новыми, молодыми? И как чтобы делать, чтобы наша кожа получала хорошее питание? Это может обеспечить в том числе массаж рефлекторных зон. У нас выходят точечки на лицо, определенные наши проекции органов. И мы можем их помассажировать, приобрести сияющий свежий цвет лица. Дальше, если мы делаем вот регулярно такой массаж ключевых точек на лице, высвобождаясь от токсинов, и вы освобождаете и нервные окончания, и сосудики, стимулируете мышцы работать. И, конечно же, это обеспечит питанием все ткани и улучшит состояние лица, то есть это сразу видно. И если хотите, я вам сегодня покажу, например, ну, несколько точек, например, если мы сегодня с вами зону лба уже коснулись, ставьте плюсики, если хотите, я вам покажу, например, как можно, какие точки поработать на лбу, рефлекторные, с какими точками. Поставьте плюсики, если хотите узнать. Вообще, рефлекторный массаж точно так же мы будем с вами проходить в тренинге. Кому интересно, пишем «да», а «я хочу», кто хочет полностью вот, освободить полностью лицо от токсинов, освободить нервное окончание, потому что вы узнаете, какие точечки нужно нажать. Толстый кишечник, например, почки, ну и так далее, все, желудок, все системы, как поработать со щитовидкой. Есть у кого-то проблемы со щитовидкой? То есть очень-очень много органов, все это можно поработать. А сейчас я вам покажу, да, вот вижу ваши плюсики, давайте сделаем несколько точек в области лба. Действительно улучшаются, например, наши мысленные способности, у кого есть головные боли, очень хорошо делать, активизируем эту область. Давление на кожу лба разблокирует нервные окончания в этой области, и тем самым вы поспособствуете хорошему снабжению кожи лица кровью, кислородом, питательными веществами, и это приведет к очищению. Итак, что нам нужно сделать?
мы берем, значит, определите края лба, это зона, вот где начинаются волосы. И смотрите, что, как найти точку. Вы можете, например, приблизительно точно так же найти ее, как у меня, но если вы там никак ее не чувствуете, вы попробуйте рядышком еще, рядом плюс-минус миллиметр дальше, левее, правее, чтобы найти именно свою точку. Вот умственная способность от головной боли, первые окончания нервные мы освобождаем вот здесь. Потрогайте, найдите эти точечки двумя пальцами и начинаем совершать твердые, круговые, вращательные движения. И радиус примерно 1,5 сантиметра. Да? То есть не саму точку мы вот так вибрируем, а мы с вами делаем примерно 1,5 сантиметра вот такую твердую, вращательную позицию. Раз, два, три, четыре. То есть это примерно делается 30 секунд, но я сделаю на 10 счетов в одну сторону и на 10 счетов в другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Можно 30 секунд, то есть по счету примерно определите. И, значит, достаточно делать один раз в день, послушайте ваши ощущения. Пошла ли кровь, стало ли горячо на лбу, например. Например, у меня сейчас ощущение, что как будто вот вся кровь сюда бросилась. Вот у кого так, напишите «да». У кого так, напишите «да». И еще одну точку, которая связана, например, с освобождением нервных окончаний на лбу. Я сейчас вам покажу очень хорошую, очень важную точку. Да, вижу ваши... Вижу ваши пальцы большие, лайки, да-да-да, отлично. Хорошо, еще одна точка, так как мы с лбом с вами работаем, значит, это точка гипофиз, это точка третий глаз. И нажатие в этой точке стимулирует ваш гипофиз, это очень важный орган, да? То есть это вызывает выработку гормонов, необходимых для всего организма. Ну, наверняка вы знаете, это примерно где-то серединка лба. Поищите у себя эту точку. У меня, например, она похожа, так, как будто такая выемка, прям пальчик туда сам ложится. Это самая главная железа, и ее надо поддерживать в хорошем, рабочем состоянии. Сейчас просто положите пальчик, давайте ее погреем, чтобы пошла энергия, потому что все точки, я вам рекомендую, вот все, которые мы с вами точки будем проходить, вы их не начинаете сразу. Сначала положите, чтобы пошла энергия, чтобы открылся канал. А потом уже начинаете работать именно вращательным движением. И если вы будете работать с этой точкой, я сейчас скажу, что будет происходить, вы очень удивитесь, потому что очень быстро вы обнаружите, что массируя точку, начинают очень хорошо умственные способности активироваться, воображение, приходят идеи, вдруг, вот, например, кого интересует вопрос какой-то очень такой, вы не можете ответ найти, как заработать, как выйти замуж, где встретить моего любимого и так далее. Ну, я, конечно, сейчас утрирую, но любой вопрос, который вы долго-долго вдруг искали, но если вы начнете работать с гипофизом, куда наша энергия направляется, там начинает происходить развитие, там начинает как бы все активизироваться. Вот, поэтому, соответственно, вы улучшаете свое восприятие. И давайте сейчас этот пальчик положим, чтобы сейчас мы с этой гормональной железой поработали. Нашли. Дальше начинаем массировать. И начиная с точки, начиная вот так вверх-вниз, можно раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Дальше начинаем справа-слева немножко кнаружи. И потом круговые движения радиусом в 1,5 сантиметра. Вот такой массаж. Раз, два, три. В течение 30 секунд делаем.
И смотрите, если вы чувствуете, что в одну сторону вы делаете, и вам хочется начать в другую, слушайте свою энергетику, да, как пальчик у вас сам начинает, как он хочет. Он может, палец может здесь в потоке энергетическом двигаться в одну сторону, потом он может захотеть в другую сторону. Слушайте свой пальчик, он вас не обманет, он сделает так, как вы хотите. И давайте сейчас мы себе улыбнемся. Мы занимаемся красотой и молодостью. Сегодня буду заканчивать. И если вы хотите получить весь комплекс массажей, рефлекторный, да, то есть как от токсинов освободить лицо, чтобы оно было свежим, сияющим. Если хотите получить полный массаж золотым кольцом, систему ухода за лицом, как наносить крема, сыворотки, чтобы они действовали на глубине, а не на поверхности кожи, то прямо сейчас наша трансляция заканчивается. И по ссылочке получайте мой подарок, регистрируйтесь, вам на почту придет мой видеокурс. И, конечно же, информация про мой тренинг, который скоро состоится. Буду очень рада с вами познакомиться. Все, кто новенький, меня не знают, я вам гарантирую, у меня очень много клиентов, которые получают потрясающие результаты, поэтому вам понравится. И пишите свои вопросики, если есть какие-то вопросики, я сейчас уже буду заканчивать. Есть ли у вас ощущения приятные, что вы поработали, что вы сейчас... Давайте сделаем несколько движений, разглаживающих, снимающих напряжение, стрессы. Заканчиваем всегда мы все мои занятия, мы всегда заканчиваем энергетическим массажом, разглаживаем, снимаем с головы усталость, проблемы, заботы, снимаем с ручек, вот так как будто резиновую перчаточку снимаем, снимаем спереди, у кого сейчас вот есть, сейчас я обладаю экстрасенсорными возможностями, я чувствую просто сейчас аудиторию, у кого-то здесь такой камень на душе, что ли, но очень у кого-то тяжелое состояние души, поделитесь, у кого такое состояние. Давайте я с вами поработаю, потому что у меня аж прям ломит все. Положите ручку вот так и как будто бы клубочек закатываете. Давайте сейчас освободим наши души, чтобы нас солнышко из сердца начало светить, освещать вашу жизнь, жизнь ваших близких. И вот так покатали по тому месту, где у вас сейчас такая тяжесть. И прям сворачиваем. И вытаскиваем. Тащим. И представляете, сжигаем. Вот сделайте это несколько раз. Поделитесь сейчас, даже после одного раза, у кого сейчас легче стало, напишите. Но я рекомендую все-таки несколько раз, потому что... Когда еще нет практики работы с энергией, то может быть не такие сильные яркие ощущения. Но если вы сделаете несколько раз, просто вы снимете с себя этот ком с души. А это надо обязательно очищать и обязательно освобождать. Ну и, собственно, когда будет следующая встреча, мы с вами встречаемся... Давайте я сейчас точно время не скажу, потому что очень много подготовки и работы с клиентами. Ориентировочно в 20 часов прямые эфиры. Если вдруг это время изменится, то у вас будет трансляция, она будет идти в записи. То есть все 24 часа трансляция на моих страницах будет в записи. Вы в любой момент можете снова присоединяться, снова смотреть, то есть вы ничего не пропускаете. Вот в этом прямые эфиры, конечно, уникальны. Да, приятное ощущение кожи лица. Спасибо, девочки, что поделитесь. Так, еще читаю. Что еще? Так, какой-то комментарий убежал, не успела. Супер, да, прочитала. Ссылочку сейчас Ирина Игнатьева просит, ссылочку сейчас, я хочу почитать ваши комментарии, сейчас ссылочку дам. Да. Да, спасибо, хорошо. Напишите, поделитесь в комментариях, что вы почувствовали, было ли вам ценным этот эфир, и какие темы вы еще хотите затронуть. Следующие темы мы с вами
продолжим наш диалог, и я буду рассказывать о том, что еще вас ждет на тренинге. И сейчас я выставлю ссылочку, регистрируйтесь по ней и приходите в мои проекты, получайте мой новый видеокурс. А на сегодня всем пока-пока, желаю вам красоты и молодости и прекрасного настроения. С вами была Инна Нефедовская.